Приветствую вас на своем канале, и сегодня я покажу, как вышить вот такую вот замечательную розу. Эта роза вышита лентой 3,8 сантиметра, а я сейчас попробую вышить ее лентой 2,5 сантиметра, чтобы вы видели, какая разница. Значит, нам понадобится канва, нитка для вышивки, иголки. В принципе, мы можем обойтись и без нее, но просто с ней будет удобнее вставить нам сердцевину цветка. Нам понадобится нитка с иголкой обычно швейной для того, чтобы пришивать наши лепестки и сделать серединку цветка. Берем ленту 2,5 сантиметра. Можете не отрезать ее от основного мотка. И складываем с вами розу. Наверное, каждый из вас такое умеет. Но покажу еще раз. Вот таким вот образом. И надо будет с вами прошить. Прошиваем. И дальше таким вот образом складываем. И делаем серединку нашей розы. Серединка зависит от вашего также желания. И хотите, чтобы ваша роза была попышнее, значит, делайте серединку попышнее. Хотите, чтобы она была у вас такая маленькая, значит, делаем маленькую. Вот таким вот образом. Сложили нашу серединку, и нам надо с вами теперь ее прихватить ниткой. Прошиваем наш бутон, скажем так, середину нашей розы ниткой. Пришиваем вот этот вот хвостик, который мы сейчас с вами отрежем. Можно закрепить нашу нитку, можете ее не отрезать, потому что нам все равно сейчас надо будет с вами розу пришить. И вот здесь вот нам может понадобиться с вами вот это вот наше иголка для вышивки лентами, либо воспользуйтесь шилом для того, чтобы вставить нашу работу, нашу серединку в канву. Это будет такое не из легких занятий, поэтому потребует от вас небольших усилий. И второй хвостик мы с вами вставим в ту же дырочку, куда и этот первый хвостик. Так. И вот таким вот образом мы с вами вставляем, и туда мы с вами ее убираем. Далее мы с вами закрепляем, вот мы вставили с вами два хвостика, и теперь нам надо как бы с вами немножечко покрутить нашу серединку и как бы немножечко ее утопить в нашей канве, скажем так, и немножко пришиваем ее. Здесь вот. Немножко пришиваем. Пришиваем. Ниточку закрепляем. Далее нам надо с вами будет сзади хвостики, которые у нас, чтобы они нам не мешали. Мы с вами их подрезаем. И зажигалкой мы с вами их прижигаем и припаяем вот так вот. Получилась вот такая серединка, немножко близко я сделала, но ничего. Так, далее нам с вами нужно выполнить лепестки. Эта роза выполнена из отдельно стоящих лепестков. Для этого нам понадобится нарезать ленточку, в данном случае вот 2,5 сантиметра примерно, где-то вот сантиметров 7. Я всегда ориентируюсь вот так вот, загибаю вот так край, ну, чтобы получалось где-то вот такой вот лепесток. Берем наизнанку нашу краешек. Обязательно, да, опалить зажигалочкой края. Берем и таким вот образом с вами собираем нашу ленточку. Вот таким вот образом. И сделаем таких лепесточков 10. Если будет мало, вы просто еще добавите. И вот этот краешек последний я всегда вот так вот загибаю немножко, чтобы он не торчал. Я вот так вот его загибаю. И не сильно нашу ленточку мы собираем. Не сильно, вот где-то вот так вот. Собираем и на конце ленточку обязательно закрепляем, чтобы она обратно у нас не распустилась. Подготавливаем 10 таких заготовок. 10 лепесточков таких вот.
10 лепесточков. И теперь нам надо будет с вами их просто выкладывать. Вот у нас 10 лепесточков. И мы с вами будем выкладывать. Берем и начинаем с вами пришивать их. Буквально по 2-3 стежочка. Вплотную к серединке. Раз. И пришиваем. И дальше мы с вами пришиваем. Вот мы пришили с вами первый лепесток. Берем с вами второй лепесток. И нам нужно пришить его как бы немножко под внахлёст. Ну как не внахлёст, немножко вот под первым. И также пришиваем. Пришиваем с вами здесь второй лепесток. Старайтесь как бы немножко, чтобы вот он у вас как бы прижимался к серединке. И пришиваем второй кончик нашего цветка. Так. И так мы с вами будем делать по кругу. Берем третий. Опять с вами как бы немножко под тем листиком, чтобы наши листики шли как бы в таком как шахматном порядке. Также пришиваем. Стараемся туда его поглубже, к серединке, чтобы он у нас был. Вот так. Урак. Вот таким вот образом. И я вернусь вам, когда доделаю до конца. Вот таким вот образом. Ниточка закончилась, ничего страшного, мы ее закрепляем, берем заново, отрезаем и продолжаем с вами работать. И вот я пришила все 10 лепесточков. Если вам кажется, что 10 мало, можете добавить еще, это все на ваш как бы вкус. И теперь мы сделаем зеленые листики. Листики у меня выполнены отдельно, вы можете любым удобным для вас способом. У меня выполнены они из 5-сантиметровой ленты, я просто вырезала форму вот листа. И мы с вами прижигаем края, обрабатываем зажигалкой. Все три края, не забывайте про основание. Складываем напополам, прогреваем, делаем серединку, среднюю жилку нашего листа. И дальше парочку с одной и парочку с другой по диагонали. Также прогреваем. Берегите ваши руки аккуратно. И также с другой. Вы можете выполнить лепестки, листья нашей розы любым способом, который вы знаете. Можете просто ленточным стежком. Ну, в данном случае у меня выполнен таким. Берем наши листья. Сколько? 2-3, как хотите. Выбирайте место, где вы хотите, чтобы ваши листья располагались. И просто пришиваете наши листья к работе. Пришиваем наши листья аккуратно к работе. Мы пришиваем их у основания. У основания. И потом немножко, пару раз мы прихватим их с вами. Куда мне делать зеленую нитку? И пару раз прихватим их с вами с того края, чтобы они у нас с вами сильно не болтались. А тут у меня кошка песни поет на окне. Видимо, там сидит птичка. Вот мы основание с вами пришили. И буквально вот, не знаю, вот в этом месте посерединке можно аккуратненьким маленьким таким стежочком, чтобы его было не видно. И вот здесь вот с вами. Тоже аккуратненько, маленьким-маленьким стежочком, парочку для верности, чтобы наша ленточка с вами никуда не делась. Можете еще с этой стороны прихватить. Вот так, и тоже пару маленьких шажочков, совсем буквально миллиметровых. И закрепляем нашу ленточку. Ой. Закрепляем.
закрепляем. И получилась с вами вот такая замечательная роза. И если вы впервые на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, мне будет очень приятно, задавайте вопросы. Увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока!